Привет, друзья! Очередная рыбалка, река Сейм. Мой любимый отрезок пути. Единственное, сегодня обычно я петлю огибаю, а сегодня буквально метров 300 проплыву и все. Время 6 часов, до темна чуть более часа. И, в общем-то, не удается нормально порыбачить, но впереди обещают 12 градусов холода, ну или тепла. В общем-то, дожди, осенняя погода, пора переходить на щуку искать, хотя еще тишина. Ну вот, буквально пытаюсь украсть последние поклевки вайтовым удилищем. Сегодня с собой попперы. Ну и, в общем-то, сейчас попробуем что-нибудь. Хотя бы одну-две поклевочки увидеть будет очень замечательно. Ну, погнали. Времени нет. Приходится все делать очень быстро. Так вот, прохладно. Ну все, осень на носу. Осень на носу. Пора чехлить новую троутманию. Вавлики себя уже перестали проявлять. Вот укушок еще более-менее. Ну, как более-менее. Бывает одна-две поклевки. В общем-то и все, но... А вавлик вообще перестал. Да и окунь молчит. Пробую ловить на попперы. Обычно вот конец августа, начало сентября. Но вот в этом году первые поклевки к концу первой декады начались. Кажется, была поклевка. Да не кажется, прям был удар, а потом в сторону рвануло. Ну что-то мимо. Сейчас попробую с дна клубника Мауса Квача. Тваки Крафт. Тоже такой же размашистый, но только поверху. Маус тоже так вот широко идет, высокочастотно, но он сантиметров 20, а этот поверху. Закинул. Здесь вот, смотрите, видите? Один метр плюс-минус и... Водичка прозрачная, уже холодненькая. Травка отваливается.
куда-то заглотил клатч. Сначала мимо, потом вторая была поклевка. И кто-то... Ух ты! Хороший лобастик. Смотрите. Сидит ненадежно. Да ненадежно. Ну, ребят, это, конечно, да. Что? Чем, друзья, смотрите. Вот такой вот красавец клюнул на клатч. Lucky Craft клатч. И вот такой вот замечательный головль. Середина сентября. Отличная рыбалка. Выскочил на часок. И вот такой вот успех. Ну ладно. Сейчас мы его... Ох, и пошел. Красавец. Спасибо тебе, река, за такие минуты счастья. За ними и едешь. Какая красота, смотрите. Ну, ласточек уже нет. Прям заря красная, с утра уже холода. Но уровень небольшой. Травка еще высоко стоит, хотя уже чернеет, вижу. Что-то окунь сегодня вообще не хочет. Ни одного выхода. В прошлый раз, позавчера 3 штуки. Но был ветер. Сегодня давление подросло, как-то уже совсем по-другому. Блин, 3 поклевки, только на 3-й подсел окушок. Да загибает сильно. Что-то там его перехлестнуло. Смотрите. Оп. Красотулечки приехали. Видите? А за жабру. Ну, крутит его, вертит. Вот такой. Оп, как он умеет. Здесь провел под любимым берегом. 4 раза. Нет поклевок. Туда забросил на мель. И сразу пошла. 1-я, 2-я, 3-я. На 3-й поклевке зацепился. Вот такой вот. Кушал. Друзья, и 2-я поклевочка.
на этот раз Дайва Зеро. Также клюнул. Все по-честному. Не, сильная волна забивает. Забивает, не дает половить окушка. О, только мало поставил сразу. И сразу на малос поглубже и пошла рыбка. Вот так. Вот, друзья. Я говорю, дело не в окуне, а дело в том, что волна вот так мы раз позируем. Все, вот так взял прям. Взял. Красиво взял. В общем, друзья, такая вот скоротечная рыбалка. Буквально один часик. Но, тем не менее, удалось поймать рыбку, можно сказать, ту, которую я ждал практически все лето. Новый спиннинг Trout Mania и Lucky Craft Clutch. Ну и достаточно крупный для наших мест говавль. Отличная поклевка. Рыбку отпустил. В общем, палец вверх. Подписываемся на мой канал. Ждем щучье время. Всем пока!